I'd like you to try doing it originally, so here. Нарисуйте на туре вот такой граф. Something like this. We will put a point here. Нет, сначала точки поставьте, просто вот именно как он нарисовал, нормальным образом. Да. После этого быстро рисуйте соединения, вертикальные отрезки. Это вам уже довольно много... Да. Это вам уже довольно много даст, правда? Yes. Теперь можно соединять, скажем, левую верхнюю точку на, ну, как бы, опять-таки, через левую сторону, понимаете? А, так. Левая верхняя точка. Идите на середину левой стороны. Так? Нет. Левая сторона, есть такое понятие. Нет. На середину. Все, понял. Так, возвращайтесь оттуда и идите теперь в правую нижнюю точку. В правую... Да? Ну, конечно. Вам же нужно было эти две точки соединить? Так. Соединил, да. Отлично. Стоп. А как это? Ой, ну, в середине. А вот не получится. Почему? А потому что у вас вот эти точки, которые лифтом соединены, они должны быть на одном уровне. Так, вот так уже жульничество. Да, вот те точки не на одном уровне. Какие? Нет, они вот именно должны быть на одном уровне. Нет. Коля, крайне. Лифт действует жестко по горизонтали. Или по... Вы нарисовали чуть-чуть криво картинку. Поэтому, если ты пытаешься соединить так, то... Не надо пытаться, он уже понял. Плохо делать не надо. Ну, в смысле, в середине, а если в середину? В середину? Ну, тогда не пересекутся, чего? Именно в этой самой середине. А. Ну да. Вы... Нет, Коля, еще можно кое-что. Так. Еще можно от центральной точки пойти чуть-чуть вверх и вправо. Чуть-чуть. Ну, не чуть, ну так, до серединки. От центральной, ну, круг чуть-чуть более наклонно, чтобы красиво было. Так, молодец, теперь выныривай. Да, именно. Соединил? Да. Так, еще... Можно в уголок пойти, в принципе. Стоп, а почему и не что так будет? Соединил? И в ту. Почему и в ту. Не параллельно? Да, не, а в ту-то зачем? Почему не параллельно? Не здесь надо, не здесь. Вот. Нет, все правильно, здесь пошел, но в другой, из другого в угла другой надо. А, да, все. Ну и тогда... Отсюда. И еще вот это у нас должно быть соединено. Три. А эти они зачем? Они и так соединены. Они и так соединены. Это второй раз. Ой. Нет, Коля, проходите по вершинам и смотрите степени. Так, скажем. Это уже все. Нет, не все. Ее пять. А, четыре. Да, извините, четыре. Нижняя, под ней которая. Так, под ней которая. У нее три должна быть. У нее три, а у нее две. Сейчас. С чем она не соединена? Со средней, вот, среднюю. Который... Она не соединена со средней. Под Б. Да. Со средней и верхней. Да. Так. И тогда, значит, вот эта вершина соединена с средней, ну, вот с этой, в общем, и с... Со средней она зачем-то соединена дважды. Да. Может быть, это мы исправим. Нет. А с кем ее надо соединять? Надо ее соединять... С этой и с этой. Ну? Так, ну, стираем лифты здесь. И... А! Вот так. Отлично. И тогда вот так. Опа. Теперь перейдем сюда. Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Нет. Вот там вот, да. Все. Ну почему тогда у вас степень 4 у правой нижней вершины? Это
Так у вас есть степень левый верхний 5, а должна быть 4. Значит, дважды соединили. Значит, ты их соединил. Ну да. Логично вообще. Потому что они вот этими были соединены и этими. Can you just to point to us which vertice corresponds to which vertice? Проставьте буквы. Какими соединены? Буквы проставьте. А. А, Б, С, Д, Е. Ну, в смысле вершины обозначить? Да, да. И Кейти. Here. A, B, C, D, E, F. Here it is A, B, C, D, E, F. Крайние точки это одна и та же. Поэтому они пересекаются. Ну вот эти вот вершины, они те же. Поэтому вот эта вот штука пересекается с этой штукой. This line crosses this line. Because these are the same. This is the same. They're the same. And AD is crosses BE. I erased the wrong этот, как его? Not quite on the. А D нужно по-другому соединить. Да, а D надо соединить через середину другую сторону. A. I will erase this. You don't have to make space to avoid the point. Ну все. Мне кажется, что это правильно. I think also that that's right.